Вековой юбилей 2 сентября отметила патрульно-постовая служба. Это структурное подразделение в системе МВД России, в задачи которого входит охрана общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в общественных местах. О буднях и праздниках сотрудников патрульно-постовой службы расскажем в сюжете. Каждый новый день начинается с развода. На ежедневном инструктаже перед заступлением на службу сотрудники ППС узнают информацию о происшествиях, произошедших за сутки, а также получают ориентировки на разыскиваемых лиц, как без вести пропавших, так и находящихся в розыске за совершение противоправных деяний. Смены никогда не останавливаются. То есть все время это проходит в круглосуточном режиме. Поэтому все праздники – это наша работа. Служба на самом деле вообще в полиции, она очень интересная. И когда ты делаешь что-то доброе, это не обязательно ты поймал преступника, а вообще ты помог человеку. Это становится лично мне внутренне очень приятно, что ты сделал, что ты помог, что ты обезопасил кого-то от наркотиков, от тех же самых. Равняйся. Смирно приказываю заступить на охрану общественного порядка. На маршрутах патрулирования особое внимание соблюдать вежливое обращение с гражданами. Направо! По широким улицам и глухим закоулкам 24 часа в сутки колесят машины патрульно-постовой службы. Сотрудники подразделения – это самые народные полицейские. Ведь именно они обычно приезжают первыми, когда что-то с кем-то случается. Однако рабочий день сотрудников ППС проходит спокойно не всегда. Наряд, который работал по Ухтомскому отделу полиции, передал нам информацию о том, что мужчина прогуливался по улице Митрофанова, и к нему сзади подошли двое граждан, ударили в лицо и распылили баллончик, при этом отняв мобильный телефон, iPhone 13 Pro и золотую цепочку. При обходе магазинов скупок в центре города, буквально уже на четвертый магазин, мы выявили данных граждан. Потерпевший был рад, что смогли помочь. Сотрудники патрульно-постовой службы находятся на страже правопорядка и безопасности в любое время дня и ночи. Сегодня обошлось без происшествий. Результатов противоправных деяний среди граждан выявлено не было. Общественный порядок никто не нарушал. Основная задача у нас – это в первую очередь профилактическая работа, потому что составление административного протокола, образно говоря, административный штраф, наказание гражданина – это уже крайняя мера. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. В межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое около 200 человек. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.